Привет, и мы продолжаем приключения нашей любимой кошечки Анжелы. Анжелочка, солнышко, вставай, тебя ждут великие дела. Итак, друзья, давайте-ка отведем ее в ванную комнату. Вот такой вот замечательный костюм Клеопатры мы надели ей в прошлой части. Итак, друзья, давайте-ка мы покупаем нашу девочку. А пока будем купать, наша Анжелочка хочет передать привет нашим подписчикам, которые смотрят наш канал. Итак, большущий привет от нашей любимой кошечки Анжелы, Анастасии Бесчастновой, Людмиле Захаровой, Мисс Фантазия, также привет Ире Бондаренко и Машеньке Смекалюк. Итак, большущие вам привет от нашей любимой кошечки Анжелочки. Всем привет! Вот так замечательно, друзья. Итак, а сейчас давайте-ка покупаем нашу девочку. Вот так, трем мыло. Вот, замечательно. Намылим, смоем. Вот, да, вот так. Очень хорошо, очень здорово у нас все получилось. Да, вот так, умничка. Ой, извини, Анжелочка. Вот. Ну что, Анжелочка, почистим зубки? Давайте-ка, друзья, почистим им зубки. Вот так. Вот, давайте-ка смоем вот эту всю гадость, которая скопилась за ночь. Вот так. Очень большое спасибо, друзья, за то, что пишете отзывы. Многие зрители писали, просили, чтобы дать нашей Анжелочке зелье, чтобы превратить ее в взрослую кошечку. Итак, друзья, если вы этого хотите, тогда мы это и сделаем для вас. Итак, трое пользователей написали мне, чтобы я превратил девочку Анжелочку в взрослую кошечку. Вот есть у нас такое зелье уменьшения. Вот. И еще есть зелье повзросления. А ну-ка, давайте-ка посмотрим, есть ли оно. Вот. То есть вот такое вот чудесное зелье превращает Анжелочку в кошечку. Но три пользователя, друзья, это маловато. Может, кто-то против этого. То есть, пожалуйста, если что, напишите, друзья. То есть хочется, чтобы больше зрителей поставили. Либо делать ее большой, либо не делать. Ну а пока давайте-ка покормим нашу девочку. Вот дадим ей вот этих шпротиков. Ну как, Анжелочка, вкусно? Ой, как здорово. Ну еще давайте-ка вот дадим ей вот этот лаваш. Отлично. Ну и еще что-то на десерт. Давайте-ка на десерт дадим ей какую-то вкусняшку. Вот. Дадим вот этот кусочек арбуза и еще мороженое. Да, здорово, здорово накормили нашу девочку. Замечательно. Отлично. Ну, а теперь пойдем на террасу. Ой, какой ужас. Ой, какой ужас. Срочно надо чистить зубы нашей девочки. Вот так. Посмотрите, как здорово, как идет этот костюм Клеопатры. Очень красиво. Очень здорово. Хорошо. Ну что, Анжелочка, сейчас или позже почистим тебе зубки? Хочет зараз? Ну, раз она хочет, давайте-ка почистим. Чтобы это ее не беспокоило после еды, почистим ей зубки, снимем налет и спокойно будем дальше играть с нашей Анжелочкой. Вот так, замечательно. Ой-ой-ой, какая красота. Здорово, здорово. Хорошо. Итак, возвращаемся на террасу. Давайте-ка немножко еще вот так погладим ее, приласкаем, чтобы поднялся более высокий уровень нашей Анжелы, чтобы она не грустила, она а была только веселой девочкой. Вот так. Да. Очень здорово все у нас получилось. Замечательно, друзья. Итак, давайте-ка перейдем с вами в гардероб. Снимем вот этот замечательный костюмчик Клеопатры. Снимем рыжую шубку. И еще уберем вот эти желтые глазки и уберем макияж. Итак, убираем макияж. Убрали макияж. Очень хорошо. Очень здорово. Ну вот сейчас, друзья, и мы что-то подберем оригинальное, интересное для нашей Анжелочки. Итак, давайте-ка мы пройдемся по костюмам. Посмотрим, какая же необычная, интересная наша Анжелочка будет сегодня. Так, давайте-ка еще посмотрим. Ага, вот так, да, здорово. Интересно. Ну еще давайте-ка пройдемся с вами по разным нарядам, костюмчикам и платьям. Посмотрим, что нового.
хотелось бы нашей Анжелочке придумать. Вот, ой, какие симпатичные платьица есть у нашей девочки. Очень-очень здорово. Очень симпатично, очень классно. Да. Итак, друзья, давайте-ка мы вот заканчиваем. Бриллиантовое платье, конечно, самое красивое. Но давайте-ка, друзья, мы сделаем ее сегодня необычную. Пусть она сегодня будет у нас, наша Анжелочка, пусть будет королевой. Вот, здорово. Посмотрите, как отлично выглядит. И сейчас королеве давайте-ка подберем шубку, какая будет лучше смотреться. Итак, белая шубка, розовая, черно-белая, рыженькая, серая, черная. Ну, тут, друзья, два варианта наилучших. Либо беленькая, либо вот такая вот рыженькая. Посмотрите, как забавно выглядит. Вот. Ну, давайте-ка назад вернемся. Давайте-ка пока сделаем ее беленькой. Вот. Хорошо. И попробуем подобрать глазки. Так. Зеленые. Очень, очень здорово. Посмотрите, как здорово смотрится колье у Анжелочки на груди зеленые. И еще в ушах зеленые сережки. То есть идет контраст вот такой. Здорово. Так, ну, желтые. Тоже неплохо, как бы к платью и короне подходят. Но давайте-ка посмотрим, что еще здесь интересные. Либо зеленые, либо желтые. Остальные мне не нравятся. Ага, вот смотрите, еще довольно-таки неплохо. Глаза кошки и удачи идут. Угу. Неплохо. Но я думаю, друзья, давайте-ка мы остановимся на зеленых глазах. Здорово. И сейчас давайте-ка еще остановимся на макияже, посмотрим. Итак, возьмем макияж. Щечки сделаем яркими. Вот так. Хорошо. Так, теперь давайте-ка с тенями над глазами разберемся. Так, посмотрим, как будет выглядеть вот эта, ага, голубая. А зеленой тени у нас нет? Есть. Давайте-ка попробуем вот эту зелененькую тень. Вот так. Посмотрите, как замечательно. Так, теперь займемся с вами, давайте-ка, тенями для глаз, для ресничек. Давайте-ка мы ресничками сейчас займемся, попробуем. Вот так, посмотрите, друзья, как замечательно. Очень-очень даже неплохо, симпатично у нас получилось. А сейчас давайте-ка еще губки подкрасим. Губки мы попробуем взять. Давайте-ка мы попробуем вот эту розовую с блестками. Так, и что у нас получится? Ой, ну, очень симпатичная кошечка. Давайте-ка вот так, посмотрите, как забавно. Очень-очень забавно. Очень здорово это все у нас получилось. Ой, смотрите, как здорово. Очень-очень мне нравится, очень здорово выглядит. И еще, друзья, давайте-ка мы посмотрим, как будет выглядеть рыженькая шубка. Итак, если что, друзья, давайте-ка проголосуем. То есть вот такая вот симпатичная белая королева, пусть будет единичка. А зайдем в гардероб, выберем рыжую шубку. Вот, посмотрите, как неплохо тоже получается. А рыжая шубка пусть будет двоечка. Трудно даже определить, какая из вот этих королев лучше. То ли беленькая, то ли рыженькая. Вот так выглядит рыженькая. Посмотрите, друзья, пожалуйста. Очень-очень неплохо. А сейчас давайте-ка еще попробуем надеть беленькую шубку. Вот, вот, белую шубку. А вот так выглядит беленькая. Трудно сказать, друзья. То есть, надеюсь на ваши отзывы. И в следующем видео мы посчитаем голоса и скажем, сколько было за белую шубку, а сколько за рыженькую. Хорошо, друзья? Итак, ждем вашим комментариев, ждем ваших отзывов. Отлично, друзья. Ну, а теперь давайте-ка возвращаемся на террасу. Давайте-ка внесем изменения в террасе. Итак, терраса. Ну, королевский дворец мы, естественно, друзья, оставляем. А вот здесь немножко давайте-ка мы, возможно, поменяем приставочку. Давайте-ка приставочки поменяем во что-нибудь интересненькое. Хотя трудно здесь что-нибудь изменить, потому что для королевы хочется лучшего. Возможно, я давайте свечи и вот этот автомат оставлю, а вот коврик поменяю. Давайте коврик сделаю вот такой какой-то. И пол здесь тоже поменяю. Сделаю вот таким.
Нет, а возможно вот так попробовать. Вот зеленая лужайка. И вот этот коврик сделаю зеленым. Ага, тут зеленого и нет. А если вот так? Либо вот так вот. А ну-ка. Друзья, вот. Это, мне кажется, даже лучший будет вариант. Вот так, очень-очень неплохо. Очень даже симпатично. Здорово, друзья, получилось. Давайте-ка еще на кухню внесем порядочек изменения. Давайте-ка мы кухоньку попробуем сделать вот такой фиолетовой. Здорово. Отлично. И скатерть мы тоже поменяем на фиолетовую. Не сердечками сделаем, а вот такую. Хотя сердечками тоже очень здорово. Вот. Итак, что у нас получилось? Вот такая вот замечательная Анжела Королева. Еще только вот какие-то продукты такие поставим. Вот, королевские. Икра, но остальное не очень подходит. Значит, возможно, что-то другое. Вот. Ну, тоже как бы не королевское. Так, ну, что я скажу. Друзья, вот, давайте-ка вот так оставим. Смотрите, как здорово. Лангуст, мороженое и вафли с медом и маслом. По-моему, чудесное вот такое фото. Хорошо, друзья. Еще в ванной комнате. Давайте-ка посмотрим, получится ли что-то изменить. Ну, тут все для Клеопатры, для королевы было приделано. Тут трудно что-то и менять. Разве вот так? Нет, ванну мы оставляем. Вот только умывальник заменили на более другой. Вот так мы его сделаем. Вот, шестого уровня. Что-то не получилось. Вот, здорово. Так, и еще коврик. Плитку, возможно, мы немножко поменяем. Какую-то более светлую. Ну, персиковая наилучше подходит, конечно, тут вопросов нет. Вот, да. Ну, остальное пускай вот так остается. Очень здорово, очень симпатично, очень классная получилась у нас Анжелочка. Так, а еще вот в спальне кровать мы оставим, а давайте-ка мы поменяем светильничек. То ли такой, то ли вот такой. Ну, сейчас посмотрим, что у нас еще есть прикольненькое. Так, ну, игрушки убираем. Вот, здорово, вот такой очень неплохой светильничек, либо вот такую вот кошечку. Давайте-ка оставим кошечку. И еще вот этот. Давайте-ка поменяем. Вот сделаем романтическую постель вот так. Ой, смотрите, какая красавица. Очень-очень прикольная, очень симпатичная, очень классная у нас получилась Анжела сегодня. Очень здорово. Итак, друзья, ждем ваши отзывы, какая из более лучших Анжел вам понравилась. Либо вот такая вот беленькая, либо рыженькая. Итак, друзья, на этом мы будем уже прощаться. Наша Анжелочка немножко уже устала. А другие приключения нашей Анжелочки вы можете посмотреть в плейлистах. Итак, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Всем, друзья, пока-пока!